зацикли и пошел домой спать. Угу. А тут подкрались монстры, вот эти гады, гоблины. И что сделали с этим мотоциклом? Сломали. Сняли стекло лобовое. Еще аккумулятор. Давай пушку оторвем. Что произошло с моим мотоциклом? Что произошло с моим конем? Это капец. Кто мне поможет, Алекс? Я знаю, кто. Конечно, нам на помощь придет разрушительная машина Клея. Здесь она, видите, как угрожающе выглядит. Но тут еще у него есть два Клей-бота, которые... У каждого есть свой мотоцикл, и который присоединяется к основной машине, да? Да. Ну еще тут есть такой самолет, его можно использовать как меч. Ну что, открывать инструкцию давай, погнали. Давай. Вот такой мотоцикл. Крутой моцик. И бот крутой. С мячом. Привет! Привет! Так, нас уже двое. Вот такие два моцика у нас. Ну что, давай дальше открывай инструкцию, погнали. Такой меч. Ничего себе, его можно использовать как меч? Прикольный меч. Ланса. Поехали спасем мотоцикл Ланса. О, смотри, кто едет. Да это же Клей. Как страшно, как страшно. Давай, детали. Не отдадим. Значит, мы сейчас у нас получим. Ну что, стреляем? Стреляем. Сейчас мы целимся. Один глаз вот так делаем. Хорошо. Раз, два, три. Yes! И здесь или сюда? Окей. Баба! Стреляем. Да. Yes, мы их уничтожили, врагов. А вот детали Ланса. Забираем. Забиваем. Ребята, всем пока и смотрите мое видео. Пока. Еще Баланса и Месси. Нажмите на колокольчик вместе с кнопочкой. Пока.